Лучше так, чем никак. Провальная аксиома. Я живу одна, значит, со всеми дома. У меня есть список, с чем у меня проблемы. Отклоняюсь с курса, часто сбиваюсь с темы, слишком много думаю и на себя беру. Подставляю горло в петли и на ветру. А потом болею. Казалось бы, все решится, если сделать шарф. Есть и крючок, и спицы, есть остатки пряжи и время для... Может, сделать парус для корабля? Или, может, якорь? Лучше, наверное, якорь. Если просишь знака, пусть это будет знаком. Если ищешь повод, пусть это будет повод. Я устала числиться бестолковой. Я устала быть ни к чему не годной. Мой корабль тонет во тьме подводной. Закопавшись в льды за полярным кругом, я сама себе капитан и юнга. Я сама себе. У меня есть список, я по нему слабею. У меня есть шарф, но я все равно с бронхитом. Я ходячий северный ледовитый. Может, есть и якорь, может быть, есть и знак. Лучше так, чем никак. Но лучше никак, чем так. Я живу одна и даже кажусь веселой. Слишком много льдов для этого ледокола.